Готовим лимонный кекс с голубикой. Берем сахар, добавляем цедру 2 лимонов, перемешиваем, кладем сливочное масло, смешиваем сахар с маслом, добавляем 4 яйца, сок 2 лимонов, еще раз перемешиваем, кладем муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. Дальше добавляем голубику, обваляйте ее в муке и перемешиваем. Готовое тесто выкладываем в форму, я накрыла пергаментом. Равномерно распределяем и выпекаем 55 минут. Кекс готов. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.